Сегодня 12 января. Я у знакомых в отеле Art Deluxe. Я пришла в восторг от их номера. Сначала я увидела, какая здесь ванна. Ванная комната и душевая. Вроде бы ничего особенного, угловая. Но мне тут что-то все показалось очень милым и симпатичным. Ванна, душ, фен. Все круто. Все хорошо, все такое беленькое, чистенькое. И панорамное окно, которое выходит на территорию старого аэропорта. Наверное, закат отсюда виден шикарно. Просто. Ну, вы, наверное, в номере не сидите, но красиво должно быть. Вообще, самый красивый закат – это когда на горы смотришь. Рассвет на море, закат на горы. Ну, вниз ничего особенного, конечно, но, говорится, ничего лишнего. Вот, сейчас я еще покажу. Вот журнальный столик, зеркало, чайник. Чайник местный, наверное. Вот, окошки, две таких кровати. Вот такая вот картинка. Вот. Тумбочка. Вот, все чистенькое и беленькое. Вот такой вот отельчик Art Deluxe. По крайней мере, мои знакомые очень довольны.